Наш Сергей стал очень активным гражданином, хоть он и шалопай и баламут. Стал бы, может, даже россиянином единым, но пока чего-то не берут. Он патриот, мы знаем, беззаветный, такие завсегда в большой цене. Но чтобы скрыть свой пацифизм запретный, на футболке написал он «Нет! Нет!» Он, как всегда, на волне, со своей программой «Нет!» Он, как всегда, на волне, остальные все на Колыме. «Нет! Нет! 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 Нет!» Ну, хватит! Не все разрешены нынче буквы в алфавите, как-то так сложилось в стране. Пой, Сергей, как раньше, про писи и про тити, не пой о том, что есть, как о хуйне. Ведь на хуйне, Сергей, не гибнут люди, там не стирают села в порошок, не молят о пощаде, как о чуде. Останься Шнуровым, артист, не будь Шнурок! Он, как всегда, на волне, со своей программой «Нет, нет». Он, как всегда, на волне, остальные все на Колыме. Нет, 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 нет. Монетизация отсутствует. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо. Нет.